Дорогая Татьяна Александровна, мы очень хотим увидеть вас на этой сцене. Меня слышно? Добрый день еще раз. Я очень рада, что 4 года пролетели. На самом деле пролетели. И вот, в принципе, вот 13 числа, когда я видела их несколько человек в последний день, вот это только осознала, что я их вижу, в общем-то, последний раз. И завтра мы с ними увидимся, уже попрощаемся. Сегодняшний день, мы еще завтра, конечно, встретимся со всеми вами, но сегодняшний день, он действительно какой-то особенный. Наверное, больше для вас, для родителей. Потому что сегодня вот эта частичка, которую мы видели здесь, частичка любви матери к ребенку, она сумела, наверное, поделиться и передать это чувство и вам. Потому что каждый из вас, из всех, кто присутствует здесь и смотрит на свое чадо, которое выступает и дарит любовь, себя. Конечно, это очень трогательно, видеть своего ребенка на сцене и радоваться, какой он стал, как он изменился за эти годы. Я хочу пожелать вам большой-большой любви. Большой любви ваших детей к вам. Пусть ваши дети любят вас. Будут всегда с вами. Я хочу, чтобы и вы также любили своих детей. Не были очень требовательны к ним. Потому что они еще маленькие, ранимые. И очень многого ждут от вас. Самое главное понимание. Они вступают в среднюю школу. Это другая ступень. Будут расти требования у вас к ним. Но не забывайте, что это дети. Дети и, как сказал мудрец, ребенок — это сосуд, душа, которая дана нам на хранение. Это не наша собственность, запомните это. Это душа, которую Бог нам подарил, и которую мы растим. Поэтому давайте к нашим детям относиться не как к собственности, а как к какому-то чуду Божьему, которое дано нам в подарок. У вас чудные дети, вы чудные родители. Я желаю вам всем счастья. Спасибо большое, Нуран Ханум, за вот этот праздник, который вы подарили всем нам. Огромное спасибо. Всем счастья.